the whole town. Good for the Northlanders, bad for the rest of us. There's a guildsman's lift that'll get you close to where he's playing, silly buggers. Change the weather for show by ending that thieving lord gun by any means necessary. Not much trouble so far, Dory. Better change quick, or this doorway starts looking for ale. We are as prepared as can be. Righteousness shall see us through. Well, for a sorcerer to have a friendly bring your gift of the gab, mates, and your gift of the stab. Get your hand in a tight spot, you know that? Definitely felt better. Change your wounds, sire. Все как надо. Смерть, да, походу? Что, вас опять победили? А не, смотри-ка, блатые, хватит. Подняли. Ты что, это, собралась по сборке бросить, что ли? Сегодня ты тащил. А, я думаю, что там, блядь, баты зависит. А там патрошки. We all have a purpose here. Just enjoy it. Ну и плеты 8-битные. Healing drop! Let's hope nothing nasty comes out of our cross. Все, я тут. There's no sense worrying, Marcus. The problem's enough here and now. Aye, you're right. I'm always right. You've not heard that yet. Ебать, сколько? 3 или 4 полки за раз?
ассасин и пулеметчик, заебись. Игра решила, раз ты играешь с ботами, давай хотя спешилами задушу. Так ты каждому бету по пистоле дай, и все, и вы пройдете, ты че? Блять, Витьку нельзя пистоле дать, к сожалению. Я не виапон, на модет, все, погнал. Братья пистольеры, как мушкетеры, братан. Ну, тогда сие не надо брать тоже пистоль. Ну. Через максимальное горение бери, чтобы пистоль больше дамажила. Через бесконечное горение. Так там. Чтобы они постоянно горели, короче, ты стрельнул раз, блядь, и забыл. Да, да. До конца карты у тебя сгорает. Согласен, братан. Ну на лыжах, короче, поты вообще пиздец ложатся. На чем? На лыжах. Не без этого. Там хоть что сделать. Ой, чё это за что, блядь, черную лыжу поймал? Понимаю. Вторую еще постановку, понимаю. Че ты стал тупоем? Blade,
Ты вчера, когда ушел спать, не ну, слышь? Я же пошел на экзамен на серв. Я, короче, с этим модом, рандомайзером, решил снова попробовать супергоры на понял, мастер левел. Короче, я дошел, знаешь, до куда? Нет. Я поставил, короче, желтый ключ. Понял? Первый. Очень тяжело. И знаешь, следующая там локация, где узкий такой, как в будке сражаешься, понял? Ну вниз проходишь, типа следующий ключ, там же да, на да, мастер да. Вот. И братан, знаешь что? Три мародера, два тирана, арахвиль нахуй, потом спавнится кибермонкубус. Короче, так несколько раз разные такие сетапы спавнились, это вообще забей. Я просто не знаю, чем их убивать. Я там и в воздухе, и так, и сяк, но в таком пространстве они просто тебя передавливают своими атаками. И все-таки я прошел, не помню при каком спавне, у меня, кстати, ролик остался. Я записывал вчера. Так вот. Следующий вниз, когда спускаешься, знаешь, там сразу тотем делается, нужно волны пережить под тотемом, а потом его уничтожить, понял? Да, есть такое. Братан, у меня волны из одних, короче, рыцари ада, там, бароны, понял? Вот эти, кто щиты ставит, вообще, ну, всякие мощные враги, понял? Ну, это пиздец. Братан, три волны живу, патроны заканчиваются, меня ебут, я ничего не могу, патроны даже откатить, понял? Это вообще жопа, я говорю, ну, просто там глянешь для себя ради интереса. Я к такому был не готов, конечно. Я по КД просто все снаряжение использовал, вообще все патроны просто тратил. Повезло, повезло, блять. Чё там? Чем тебе повезло? Два ассасина, палка, блять. И никто меня не поймал. Хотя я должен вообще какую-то хуйню. То есть в текстурку должен улся, блять. В идее это смерть. Ну, братан, без фарта никуда. Чё с этим не сделаешь? Не, ну Хеллскорж, он будет на месте стоять зачастую, так что, в принципе, я его сожгу. Два, блядь, газа спрыгнуло, третий чуть дальше. И босс, ебать. Был босс, патруль, и теперь еще босс. Нихуя себе. Ну, ты же на вопящем, да? Нет, на Хелскорже. А, ну, да, кстати. Тролль. Гори в аду, долбоёб. Ебать душит с бешеными, пизда. На боссе ебать волна, бильярд с бешеными.
Прям как бог плюс, братан. Да отвечай, тут пиздец. Тролль все, почти откис. Ну просто у кого нет такого заспавна, где плачешь, что блять катаклизм нахуй. Вообще ни о чем. Хотя для кого-то, блять, и обычный катаклизм нахуй буржуйки сложный. Ну ничего не сделать, на то они буржуйки, это же печки. Так чисто пиздеть только не больше. А что, кстати, посох стыгерит палку? Да? Да. Это круто. Это заебись. Ну, вот с этого дробовика он палку стыгерит. Спешилов миллиард. Да нахуй ты меня хилишь, еблан. Вот так Крубер ходит, блядь. Крубер ходит. На черепе ходит, блядь, Крубер, он меня кинет, он боёк. Ты, братан, просто самый полезный. Поэтому тебе отвели специальную роль. Специальная роль называется «Возьми большой аптек и вперед бота». Да, естественно, блять, миллиард спешит. Да свабьтесь ты, ебаный посох, блядь. Не хочу. Вот это такая залупа, он так хуёво свабается, блядь. Прямо что ты делаешь? Walk their blows together!
Да, у него есть некоторые плюсы, блядь, но луч профитнее. Там 100%. Вот нахуя этот еблан, блядь, взял большой объект? Нахуя? Нахуя? А когда это у нас на арене стали спавниться, блядь, спешим? Не знаю, братан. Давай, сейчас будет пиздеть 3 года еще. Долбоёб. Так-то он нихуёво сгорает, кстати, с посохом. Кто, кто? Marble Spear, Hell's Scorch. А, ты под ним по атике делаешь? Да. Ну тогда нормально, чё, это же хорошо. Да, он нормально сгорает, прям заебись от того. Все, сгорел. Достаточно быстро. Be still, wizard. Be still and be thankful. Даже хаусвары не успели выйти. С броней прям пиздец проблем. У кого? Бабки. Но у него, в принципе, но у него, в принципе, на любом оружии проблемы. А ты тоже должен не хаоса, допустим, это будет смерть. Там только, блядь, через банки кабумом разъебывать и все.
А так боссы вот с этого тика, блядь, заряжены атаки неплохо умирают. Два босса, патруль, блядь, и лорд.